В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе. Подробнее в сюжете Анастасии Кладиновой. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2000 обращений. Возбуждено 28 уголовных дел, из них 22 раскрыто по горячим следам. На совещании подвели итоги работы по очистке округа от снега. Особое внимание уделено обращениям жителей по уборке дворовых территорий. Было установлено, что мы имеем на протяжении всего января и начала февраля достаточно большой прирост обращений граждан по уборке, в связи с чем в субботу и воскресенье были организованы рабочие дни с привлечением дополнительной техники, в связи с чем удалось переломить тенденцию к росту жалоб и привести большое количество территорий, именно более 100, в нормативное содержание. Учли многочисленные обращения по работе маршрута номер 1227, который следует от деревни Машково до метро Новокосино. Принято решение запустить дополнительные микроавтобусы под номером 31М от Марусина до станции метро Некрасовка. Также решены вопросы со стоянкой маршруток около станции МЦД Панки. Была проведена выездная проверка с выездом проверка с представителями транспортной компании «Автономия» и «Спартак». Маршруты 8 и 12. Принято решение о переносе конечного остановочного пункта далее по улице Электрификации к дому номер 3. Со вчерашнего дня отстой осуществляется именно там. В проделанной работе отчитались также руководители управляющих компаний и дорожного хозяйства. В конце совещания ознакомились со спортивными успехами люберчан. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.